Всем доброго времени суток, с вами Артём, и, собственно говоря, продолжаем рубрику, необычную для моего канала. Это обзор и оценка какой-то либо еды или съедобного. Не знаю, как это назвать. Вода зашла, воду посмотрели, просите еще. Ну что ж, сегодня у нас две вещи, которые будем обозревать и оценивать. Это, собственно говоря, сахар и соль. Сахар и соль. Казалось бы, совершенно разные вещи, но мы сегодня узнаем, чем же они отличаются и есть ли вообще у них отличия. Может, на самом деле они одинаковые. Поэтому, как мы это будем с вами пробовать? Пробовать мы будем это с вами очень легко. Мы это будем с вами делать с помощью пальца. Пальца обыкновенного, который есть у всех. Это не надо покупать, это не надо где-то искать. Это есть у всех, но если только вы беспалый инвалид или какой-то, я не знаю, пришелец, у которого нету пальцев, а за место пальцев какие-то, не знаю, другие вещи. В общем, для того, чтобы к пальцу прилип сахар или прилипла соль, сначала его надо смочить. Так как у меня поблизости нету воды, есть пустой бокал, но в нем воды нету, я смочу тоже подручным веществом, которое не надо нигде искать, не знаю, покупать или что-то как-то его специально делать. Это ваша ротовая полость и слюна. Берете и, собственно говоря, у вас мокрый палец. Теперь вы можете его засовывать куда угодно. В данном случае я тыкаю в сахар. Вот. Получается, сахар налип на палец и держится блестяще, прекрасно держится. А на сухой палец, вот я беру сухой палец, у меня есть вторая рука, я надеюсь, у вас тоже. К сухому пальцу всего 5 кристалликов. Давайте рассмотрим поближе. Кристаллики разного размера, разной формы, но в основном это либо квадрат, либо прямоугольник. Треугольников нету, овалов тоже. Ну, пробуем. Прекрасный сахар. Слуцкий сахар. Это, я так понимаю, какой сладость. Какой сразу чувствуется прилив гормона счастья. Прилив адреналина к сердцу. Сахар белый кристаллический. Категория гликличный. Содержание углеводов. В общем... Сахар – прекрасная вещь. Я хочу еще. Я люблю. Сразу вспоминается детство. Почему-то. Не знаю почему, но этот сахар мне напоминает детство. В общем, что хочу сказать. Вкус приятный. Вкус, как бы это ни казалось странным, но у сахара сладкий вкус. Вы представляете? Вкус сладкий. Он даже, сахар уже весь растаял, я его уже проглотил. Вот это послевкусие сахарности, вкусноты, до сих пор слюна вырабатывается. Оценку, как всегда, будем ставить в конце, когда попробуем вторую сегодня вещь. Это, собственно говоря, соль. Соль необычная. Соль экстра. Сорт экстра, поваренная пищевая, выборочная, йодированная. Это означает, что у нас с вами... Она еще и добавит йод. Собственно говоря, йод нужен, потому что средняя полоса России является йододефицитной зоной. Мы не приморская какая-то зона. В основном йод содержится в чем-то морском. Итак, соль. Она очень-очень мелкая по сравнению, даже пыль как идет. По сравнению с сахаром она мельче. Давайте лизнем, давайте сунем. А вот, насыпалось чуть-чуть. Значится, что кристаллики очень мелкие, прям вообще еле заметные, прям. Но они тоже, в принципе, в основном либо квадратные, либо прямоугольные. Круглых я не вижу, треугольников тоже нету. Но уже различия по сравнению с сахаром мельче, очень мельче, но их получается больше. Не мельче, объем меньше и количество их больше. Давайте попробуем.
совсем другой вкус. Ну вообще, небо и земля. Сахар, это рай, а соль это ад. Ой, господи, какая-то горечь даже пошла вообще. Аж обжигает как будто. Не. Ой, противно вообще, гадость какая-то. Несу свет. Фу. Я сахаром заем, потому что это невозможно. Ну это же никуда не годится. Ну, ребята, ну зачем так? Ну. Оргазм вкуса. Блаженство, блядь. Блядь, нахуй. Вот. Чё хочу сказать? Оценку хочу сказать. Оценка: сахар получает 5 из 5. Это пища богов. Это нектар богов. Это просто великолепная вещь. А соль получает у нас полбалла. Она даже одна, вообще гадость, не советую. В общем, в битве, в сегодняшнем обзоре сахара и соли у нас побеждает сахар с огромным отрывом. Поэтому, дорогие друзья, если у вас не сахарный диабет, рекомендую вам сахар. Он лучше соли и, мне кажется, полезнее. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем, как говорится, удачи. Всем пока.